Я решил промониторить, ну и для истории записать цены, которые сейчас, что происходит с ценами конкретно. Ну, с одной стороны, это интересно для истории, а с другой стороны, сейчас очень много паники, говорят, что там сахар подорожал бешено, мука в дефиците и так далее. И сейчас я хочу показать, вот я вчера ходил в магазин и хотел показать, какие у нас цены и какая обстановка в магазине, в обычном магазине Dixie конкретно совершенно. Ну и в двух магазинах это снято. А вы напишите, какие цены у вас, мне тоже очень интересно. И когда вы будете писать про цены, напишите, пожалуйста, ну, город или регион, в котором вы живете. Просто интересно для того, чтобы сравнить. Ну и для истории посмотрим, что будет дальше. Ну вот сейчас вы видите цены на рис. Я живу в городе Обнинске, это 100 километров юго-западнее Москвы, Подмосковье, грубо говоря. Здесь вы видите цены на гречку. 89 рублей, 159 рублей за килограмм, видите, да? Вот. Ну и снова рис там сверху 119 рублей. Сахар. Сахар совершенно свободно лежит, все его нахватались. Вот 72 рубля 99 копеек. Мука 99, 99, ну то есть 100 рублей за 2 килограмма пакет. 98 рублей за 2 килограмма пакет. Вот. Сейчас я иду здесь, видите, обстановка, народу не так много. Вот, ну, всякие фарши там и так далее. Я в этом особо не разбираюсь, сильно не берем мы это дело. Ну, вот такие цены. Макароны. 68-69 рублей. Это вот в одном магазине, видите, ну, очередь в магазине. Обычно это в другом магазине, кошачий корм. Вот он есть, но мне кажется, он подорожал. Я просто, у нас кошка есть, мы берем для кошки. Вот мы смотрим кошачий корм. Ну, собственно, вот так.